Котельно-радиаторный завод выплатил бывшим работникам, а их 533 человека, десятую часть долгов по зарплате. Процедура принудительного взыскания продолжается. В настоящее время роста задолженности по предприятию по выплате заработной платы перед его работниками не накапливается. Мало того, они погасили частично задолженность, уже сформировавшуюся. То есть у них осталась задолженность за сентябрь-октябрь, за ноябрь они ее закрыли. Это в районе 2 миллионов у них погашение произошло. Денежные средства у них поступают в связи с тем, что они сдают в аренду имущественный комплекс. Платежи поступают, имеется определенная дебиторская задолженность, взыскание которой осуществляется в текущем режиме. Ну и так вот, видимо, изыскиваются иные способы получения денежных средств в рамках процедуры банкротства. Задолженность перед рабочими составляет более 23 миллионов рублей. НТКРЗ признали банкротом летом 2018 года. В отношении предприятия было объявлено конкурсное производство. Зарплату на котельно-радиаторном заводе перестали платить с октября прошлого года. Общая сумма исков кредиторов превысила 700 миллионов рублей.